У нас во Владимире делают дорогу. Вот такая вот ситуация у нас. Вот разметочка идет. Едешь такой по левой полосе, все по разметке со светофора. Так вот темно, пасмурно, плохая видимость. И потом так раз, и на отбойничек залетаешь, который сделали дорожечек. И уже вот вчера вот этого не было, а сегодня залетел.